скажем так, корректировки были в перерыве. Мы ребятам сказали, что надо чувствовать аритмию игры и не всегда играть на контратаках, придержать мяч. В принципе, они меня услышали. Ну, результата для нас положительного мы не достигли. Самое главное, что мы идем потихоньку к своей мечте, и там, чемпионат продолжается. И очень верим, что мы закончим этот год удачно. Мрія – це бути в шісті? Мрія – виграти в кожному матчі. Ну, звісно, ми дуже хочемо і мечтаємо закінчити чемпіонат в першій шістерці.